Век живи, век учись. 45 педагогов представили свои открытые уроки и мастер-классы по 19 общеобразовательным предметам в рамках городской педагогической ассамблеи. Первая гимназия принимала в своих стенах учителей физики и математики. На уроках и мастер-классах были представлены методы изучения движения физических тел. Учителя начальных классов искусства и технологий поделились с коллегами своим педагогическим опытом в школе номер 2. Для учителей географии, русского языка и литературы распахнула свои двери школа номер 3. В 4-й гимназии продемонстрировали свои достижения в преподавании предмета учителя химии, биологии и информатики. Как признаются сами педагоги, донести до сознания детей закономерности развития живых организмов помогает использование инновационных методов обучения. В школе номер 5 учителя английского и немецкого языков продемонстрировали применение различных методов при обучении иностранному, познакомили коллег с особенностями использования видеоматериалов и игровых технологий на уроках. В 7-й гимназии поделились своими наработками учителя физической культуры, ОБЖ, истории, обществознания и экономики. В заключительный день ассамблеи педагоги встретились в Доме детского творчества для подведения итогов. 45 педагогов наградили дипломами участников ассамблеи. Прекрасным итогом мероприятия стали впечатления от встреч с коллегами. Мы собрались все вместе, мы посмотрели. Любой урок, который мы увидели, любой мастер-класс дал многое, и мы черпали знания. Ведь мы учителя, мы тоже учимся. Официальную часть продолжил праздничный концерт в исполнении ребят из творческих студий, вокальных ансамблей, хореографических объединений и джазового хора Дома детского творчества. Профессионалы или лучшие друзья детей, безусловно, два в одном. Провели плодотворные встречи, обменялись опытом, внесли свой вклад в методическую копилку образовательного пространства и вновь к детям и любимой работе. Марина Лопаткина, Алексей Устинов, новости Лыткарино.